В Бежецке, по информации некоторых СМИ, в квартире насильно удерживали мужчину и женщину, вывезенных из Твери. Молодых людей поили алкоголем, заставляли подписывать документы. Девушке удалось покинуть квартиру, расположенную на втором этаже дома, спрыгнув с балкона, после чего она обратилась в органы внутренних дел, сотрудники которых выехали по адресу и с помощью приставной лестницы вызволили ее молодого человека из квартиры. Следователям Бежецкого межрайонного следственного отдела, Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Как мы уже сообщали, 6 апреля в деревне Андрианово Калининского района сгорели два дома. На одном из пепелищ пожарные обнаружили труп человека. Установлено, в огне погиб мужчина 67-го года рождения. Следствием установлено, что в момент возгорания мужчина был дома один. А предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Мы работали на месте происшествия и услышали от местных жителей, что накануне утром у хозяина были гости, потребляли спиртное. Доследственную проверку по факту гибели человека проводят следователи Калининского межрайонного следственного отдела регионального следственного комитета. Проведен осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза. Точная причина смерти мужчины устанавливается.